Друзья, всем привет! И вот я снова в гостях у нашего жирафа, у нашей красотки. Вон она, красавица. Да, головой крутит. Да, привет, привет! Друзья, вот хотел сказать вам, что недавно снова наткнулся в сети на видео. Многие из нас считают, что жираф — это вообще безобидное и самое доброе животное на свете. Но что нам известно о жирафах? Ведь жирафы являются безобидными и неуклюжими и медленными животными лишь в тех случаях, когда ничего не угрожает их жизни. Однако, когда возникает вопрос жизни и смерти, жираф может превратиться в опасного зверя и дать отпор любому хищнику. Вот, например, львы считаются одними из самых заклятых врагов жирафов. И эти хищники нападают на жирафов чаще других. Обычно они пытаются застать жирафа врасплох и нанести смертельный удар. Но не всегда это у них получается. Вот видео: львица запрыгнула на спину жирафа, а на задних ногах повисло еще два хищника. И этот поединок, казалось бы, мог закончиться поражением жирафа. Но битва продолжалась некоторое время, и даже пять львов не смогли одолеть жирафа. Иди сюда! Иди сюда, у меня еще вкусняшки есть. Эй, вернись, вернись. Иди, иди сюда. Вот, возвращается. Конечно, скажи, мне-то угощение хочется получать. Я так люблю. Так люблю, скажи, угощения разные. А особенно мне нравится, когда их много, да? Я готова, скажи. Прям в любую секцию этого заграждения просунуть свою большую голову. Вот одна из сильных сторон жирафа — это плотная шкура. Она настолько прочна, что ее с трудом могут прокусить зубы льва. И некоторые аборигены раньше делали из нее щиты. Представляете, насколько плотная шкура. Бывает, конечно, друзья, что жирафы сражаются и друг с другом. Обычно они очень спокойны, как я уже и говорил, и не проявляют никакой агрессии по отношению к другим жирафам. Но столкновения происходят лишь тогда, когда жирафы начинают выяснять отношения за самку или делят территорию, доказывая, кто главный на этой территории. Шея — их главное оружие. Видите, какая она длинная. И размахивая массивной шеей, жирафы наносят друг другу удары и пытаются сбить с ног противника. Победителем считается тот, кому удалось устоять на ногах. Вот у нас, друзья, есть возможность увидеть жирафа своими глазами. У нас жирафиха очень дружелюбная. Представляете, друзья, как спасаются от жирафов некоторые растения. Вот, например, когда жираф подходит к дереву акации, оно испускает этилен, предупреждающий другие деревья об опасности. Получив сигнал, рядом стоящие деревья начинают выпускать уже ядовитое вещество, танин, которое в высоких дозах может привести к смерти.
Зная это, жирафы едят листья акации с подветренной стороны. Так что, друзья, видите, какая мудрая природа, мудрые животные и не менее мудрые растения. Поэтому... Ой, как чихаю. Поэтому вот это удивительное животное жираф живет у нас. Приезжайте. И, кстати, не забудьте подписаться на наш канал, ведь много интересных фактов я еще вам расскажу. Да, вкусняшечки кушает. Скажи, так вкусно, так хорошо, да? Зато мне, друзья, удалось удержать ее внимание. Ведь если бы я просто подошел и рассказывал бы о ней много интересной информации, скорее всего, она бы уже убежала. А так, пожалуйста, позирует, общается и со мной, и с вами. Такая красоточка. Что, из ведерка неудобно, да, брать? Конечно. Маловато. Посудина, да? Просто космическая картина. Удивить жирафа вряд ли получится. Но вот насладиться вот такой красотой, удивительным, необычным животным, можно у нас здесь в зоопарке «Сказка». И это с легкостью получится. Ведь жирафы очень... очень, очень красивые и удивительные животные.